Кошке 14 лет. Тем не менее, когда кошку положили на весы, они едва не заговорили от шока. Кошка Анна весила, словно 4-месячный котенок, 2 килограмма. Организация, спасающая животных, нашли Анну из закрытого уличного вагончика. Там их содержали хозяева. Анна нуждается в лечении. Казалось, на ее мордочке жили лишь огромные зеленые глазки. Уход за котом взяла на себя волонтер по имени Вика. Сначала девушка кормила кошечку мягкой едой, разведенной в теплой воде. Потом она постепенно перешла на паштеты. Параллельно крохи подлечили выпадающие зубы, остатки больных ушей и обработали организм от паразитов. Девочка начинала хорошеть. Ее острая треугольная мордочка постепенно становилась более округлой, напоминающей голову кошки, а не привидения. Вскоре Вика, к сожалению, должна была уехать из дома, и заботы о питомице на себя взяла Маша. В доме у нового волонтера Анна больше всего полюбила смотреть на птиц в большое окно и играть с новыми игрушками. Также Анна часто дремала у телевизора и набиралась сил. Как только вес и состояние Анны приблизились к норме, ей стали подыскивать постоянную семью. Ведь для такой красавицы и дом должен быть самым лучшим. Волонтеры создали видео, призывающее всех помочь в поисках добрых рук для Анны. И такая хорошая семья вскоре нашлась. Новая мама кошечки проехала 1,5 часа на машине, чтобы забрать из приюта свою драгоценную девочку. В новом доме Анна встретила 4 своих пушистых братьев, с которыми подружилась. Кроха радуется каждому дню.